сейчас в Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум. Большое количество иностранных делегаций приехало в Санкт-Петербург, обсуждают актуальную повестку экономическую. Мы очень с вами похожи, вам действительно будет интересно. Я считаю, что та продукция, которую мы сегодня представили иностранным гостям, она просто сломает стереотипы о том, что Россия – это прежде всего нефть. Мы сегодня увидели интересные разработки для медицинских учреждений. И я очень надеюсь, что эта встреча будет иметь продолжение.